представляет Rolex. Неделя музыки на сеновале на берегу озера. Концертный зал с таким удивительным названием в курортном местечке Виан в этом году вновь принимал любителей дачной атмосферы и лучшей музыки. В афишах этого сезона доминировал Брамс. Закрытие мероприятия было отмечено страстным исполнением его 4-й симфонии. В восторге были и слушатели, и музыканты, и сам дирижер. Это место — чистейшая красота, природа. Суть фестиваля музыкальной встречи в названии, ключевое слово — «встреча». Мы в лесу, рядом прекраснейшее озеро. Это заставляет лучше чувствовать ту сторону музыки, которая напрямую связана с природой. Все композиторы, которых мы здесь исполняем, вдохновлялись такими вот природными уголками. Сеновал у озера, уникальный концертный зал, полностью выполненный из дерева, с березовой рощей на сцене. Зал был возведен архитектором-первопроходцем Патриком Бушеном для легендарного виолончелиста Мстислава Ростроповича, бессменного художественного руководителя фестиваля в течение многих лет. Ростропович считал этот зал своим, так и говорил: «Моя дача». Да, входишь в зал, как будто к Ростроповичу домой заходишь. Часть магии этого места в том, что ты сразу в зале, стоит только открыть дверь. Чем-то это напоминает цирк. Еще один элемент архитектурного очарования — потолок в форме пшеничного колоса. Я решил удивить Ростроповича и включить в сценографию дерево, символизирующее Россию. Это береза. Вы входите в помещение, и вас окружают ароматы, запахи, вы сливаетесь с этим древесным миром. Природная красота Эвиана стала естественным и вдохновляющим обрамлением для концертной программы, сформированной вокруг произведений Брамса, одного из величайших романтиков. Для меня Брамс — бог традиции. Исполнение 4-й симфонии — это как, ну, в собор войти. Да, ты входишь в собор и видишь квинтэссенцию истории, традиций. Для участия в Эвианском фестивале оркестр сформирован с участием лучших музыкантов. Это особый оркестр. Он представлен музыкантами, которые приезжают из разных мест, разных оркестров и играют вместе под руководством Дуданеля. Такой формат сразу же сработал. Маэстро полюбил эту дружескую семейную атмосферу, которая уютна и одновременно очень свежа. Музыканты очень восприимчивые, открытые. Это невероятный обмен. Когда они вместе, нет ощущения, что люди приехали из разных оркестров. Вы видите собственное «я» их музыкального единства, чувствуете дружбу. Музыка вам представил Rolex.